Новый штраф для владельцев собак может появиться в ближайшем будущем. Отказ от регистрации и маркировки своего пса или затягивание этого процесса может обернуться потерей от 3 до 5 тысяч рублей. Такой законопроект подготовили в краевом парламенте, и связан он с законом об обязательной регистрации домашних собак, который вступает в силу с января 2025 года. На сегодняшний день рассматривается несколько вариантов маркирования или способов маркирования животных. То есть это есть, грубо говоря, клеймо, таврение, там, ушные бирки, ушная бирка с электронным чипом и сам электронный чип. Стоимость электронного чипа, вот сегодня на рынке у нас разбег большой, начиная от 150 рублей, заканчивая, ну, грубо говоря, там, ну, в пределах разумного до 300 рублей. Если бирка покажет только номер, под которым нужно искать конкретное животное в базе данных, то электронный чип при чтении предоставляет всю информацию о животном. Специалисты утверждают, что хозяева могут самостоятельно приобрести чипы или же купить их уже в клиниках. Если обращается он в частную ветеринарную клинику, он может ввести электронный чип, либо бирку. Специалист может сделать это на животном. Но регистрацию животного непосредственно могут проводить только специалисты государственной ветеринарной службы в единую автоматизированную систему. Эта система работает только с госветслужбой, где включается и защита персональных данных. Чипов должно хватить на всех. Эксперты не рассчитывают на большую волну желающих зарегистрировать своих питомцев. Конечно, никто не будет обходить поквартирно весь край в поисках собак-нелегалов, но законотворцы подчеркивают, что новые правила вводят прежде всего для защиты животных. Чтобы потерявшихся псов смогли вернуть домой, а хозяева чуть более серьезно начали бы относиться к самовольному выгулу собак, которые на таких прогулках порой нападают на людей и на более мелких собак. Административную ответственность за отказ или затягивание регистрации владельцы животных начнут нести, предположительно, с июля следующего года. Анастасия Драган, Владислав Ковалев, «День с толком».